Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, Худоа. Добрый вечер, все родные и близкие. Я вот сейчас слушал с большим вниманием все выступления. Выступление Рафаэла Борисовича Нигдалова. Оно коснулось самых глубин моего сердца. Он раскрыл боль наших сердец. Замечательное выступление. Этот год траура, который мы все испытали, он страшный год. Но наш Валера был солнечным человеком. И в течение этого года у нас были и яркие дни. Эта яркость затмевалась местами той печалью, что нет с нами нашего брата Валера. Сегодня я хочу сказать Рафаэлу Михайловичу, Мире Михайловне, я хочу сказать своей сестренке, нашей милой и нежной Риточке. Я хочу сказать сыновьям, племянникам моим, Виталику, Михаилу. Хочу сказать братьям своим, Олегу, Эдику, всем родным Худо, друзьям, Ичгам Набинету. Ичгам Набинету. Потеряв своего брата, все вы слыхали сегодня, из какого он дома. Благороднейшее семейство. Семья Фузайловых. Мы породнились, мы хотя и родственники, хотя мы близки были, но здесь мы еще слились. И это единство, оно оказалось не таким длинным, как бы нам всем хотелось. Наш Валера солнечный, улыбчивый, честный и порядочный, прямой. В нем не было, в его сердце не было никаких зигзагов. Он был открытый, он был очень добрым человеком. Я уверен, каждый здесь присутствующий вспоминает моменты, когда он приходил на помощь к этим людям. Всегда помогал, всегда чем-то хотел помочь. Наш Валера, наш домот. Хорошо, что сегодня нет моего отца. Хорошо, что нет моей мамы. Это боль утраты бы, они так же переживали бы, как мир.